Замена свечей на Nissan Almera 1.8. Снимаем эти вот катализаторы, которые подают искру на свечу. Сейчас мы их так снимем. Паузу будешь делать. Сейчас. Заранее пронумеровали, чтобы потом не перепутать, где что было. Так, нацарапали подручным ключом. Есть. Пауза. Отверткой докрутим. Теперь снимаем. О, хорошо. Сухая, хорошо. Аж масло не травит. Специальным ключом для свечей выкручиваем свечи. Значит, в этой буксе не было резинки специальной, которая достает свечи. Поэтому после того, как мы выкручиваем свечи, мы достаем их с помощью обычного магнита. Вот так. Мы вложим куда-нибудь дальше, следующую. Крутили. Не выходит. Еще немножко. Пробуем. Что-то еще держит ее там. Вытащим эти свечи. Новые свечи от фирмы Hyundai. Сейчас посмотрим. Прежде чем ее вообще ставить и вкручивать, надо сравнить со старой. Смотрим. Угу. Ну, оно. Даже вот здесь написано то же самое. 5А11, то же самое. Пустите. Закручиваем по часовой стрелке. И закручиваем с такой же силой, как и раскручивали. Не сильнее. Так как мотор горячий. Ну вот.
примерно так я и раскрутил с такой же силой, как она сейчас. Дальше уже будет сильнее. Так же, как и первую, продолжаем устанавливать дальнейшие свечи. Сначала рукой крутим, пока легко, потом доводим ключом. Блин, как буксы там остался. Оп-оп-оп. И возвращаем наши катализаторы на место. Или как они там называются? Закручиваем отверткой, затем ключом. И затягиваем ключом. Все, свечи заменены. Можно ехать.